Здравствуйте! Сегодня я приготовлю фисташковый торт с апельсиновым кремом. Бисквит. Дно формы выстели бумагой для выпечки с силиконовым слоем. Бортики смазывать не надо. Просеянную муку соединю с молотыми фисташками и разрыхлителем. Сахар соединю с ванилином. Белки комнатной температуры и щепотку соли собью до устойчивой пены. Не прерывая взбивания, добавлю сахар небольшими порциями и собью до устойчивых пиков. Взбивая на малой скорости миксера, по одному добавлю желтки. Подкрашу несколькими каплями гелевого красителя. В три приема добавлю ореховую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Разделю тесто на две части. Распределю по формам и несколько раз их прокручу. В разогретую до 170 градусов духовку ставлю формы на средний уровень и выпекаю 25-30 минут. Готовность бисквита определяю нажатием на центр. Под пальцами должна быть упругая консистенция, такая же, как и с краю. Переверну форму и брошу ее на доску с высоты 40-50 см. До полного остывания оставлю на решетке в перевернутом виде. Остывшие бисквиты извлеку из форм. И оставлю на 5-6 часов при комнатной температуре. Подровняю верхушки. И каждый разрежу на 2 коржа. Крем. Белки соединю с сахаром и щепоткой ванилина. Поставлю миску на паровую баню. Вода должна слегка кипеть, а миска не касаться ее. Постоянно помешивая, прогрею смесь до 60 градусов или до полного растворения сахара. Горячую смесь собью в устойчивую глянцевую массу. Когда белки остынут, добавлю небольшими порциями мягкое сливочное масло, тщательно взбивая после каждого добавления. Продолжу взбивание, пока крем не станет густым и пышным. В завершение добавлю столовую ложку мелко натертой апельсиновой цедры. Сборка. Корж пропитаю апельсиновым соком. Лучше подойдет с выраженной кислинкой. Распределю четверть крема. Верх и бока смажу кремом. Украшу кейк-попсами, приготовленными из обрезков бисквита, остатков крема и молотых фисташек. Ссылка на рецепт кейк-попсов в описании под видео. Декорирую торт молотыми фисташками. И цукатами из апельсиновых корок. Ссылка на рецепт в описании. Поставлю торт в холодильник на 2 часа. За час до подачи достану торт из холодильника.
Количество ингредиентов и нюансы приготовления этого торта вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».